Комитет «Гомель-облимущество» 4 и 6 сентября проведет аукционные торги. 4 сентября в деревне Озерщина Речицкого района будет выставлено на продажу два объекта жилищного фонда. Первый объект находится по адресу улица Новая, 22. Это здание одноквартирного одноэтажного жилого дома с верандой и сараем, общей площадью более 48 квадратных метров. Начальная цена – 6800 рублей. Второй объект располагается на улице Выгонной, 51. Это здание одноэтажного одноквартирного жилого дома с пристройкой, верандой, сараем, погребом и уборной. Общей площадью жилого помещения более 60 квадратных метров. Начальная стоимость – 8600 рублей. На торгах 6 сентября в Речице будет выставлен на продажу комплекс зданий, расположенный на улице Чапаева. Также в Речице ряд капитальных строений будет предложен по адресу проезд Коммунальный, 10. В Мозыре на торги выставлено одноэтажное кирпичное здание столовой площадью чуть менее 800 квадратных метров. Начальная цена – 130 тысяч 600 рублей. Документы принимаются в Комитете Гомель-облимущества по адресу город Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета или получить по номерам телефона в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.